Ой, блин, меня толкают, да серьезно, какого фига, ну бы. Да что ты падаешь, беги давай, червяк. Хватай, хватай у него хвост. Да ё-моё, дай, да как встать. Вот жесть, о-о-о-о. Так, поднимаем выше. Все. Вот так, цепляйся, да какого фига происходит. Как цепляться? Всем привет, ребятки, на канале Funny Games TV. Вы меня просили очень-очень-очень-очень много поиграть в Fall Guys. Ну что ж, давайте поиграем. Купил игру, и сразу мне, короче, дали вот такой костюмчик пирата какого-то. Тут также есть еще единорожка. Давайте посмотрим, я вам покажу его. Ну, единорожка обычная, а пират эпический, поэтому я решил пиратика одеть. Ну что ж, пойдем покатаем. Так, ну эти штаники смысла нет менять. Я не знаю, какой цвет мне выбрать. Фиг его знает. Напишите в комментариях, ребята. Оранжевый, зеленый, красный, еще какой-то зеленый. А в чем этот зеленый от этого зеленого? А, у него низ другой. Все, понял. И синенький. Ладно, оставим, наверное, синенького. Пусть синий пират будет. Короче, синий. Синий. Цвет настроения синий. Окей. Все, погнали. Пишите в комментариях, как мне его настроить. Куда-то полетело. Пошел подбор игроков. Ух ты, нормально. Быстро заполняется. До этого я что-то очень долго ждал. Итак, у нас гонка. Как играть? Преодолевайте препятствия и доберитесь до финиша. Кто не знает, что такое Fall Guys? Это типа королевская битва. Только, короче, на угарных картах. Это типа обе, ребят. Обе из Роблокса. Нужно бежать и преодолеть препятствия. И там первый там, по-моему, в первой катке 41 добирается только. Вы прошли с 0.43, смотри, мне написано. Окей, я прошел. То есть, а сколько должно? Сколько должно? Так, ладно, побежали. Надо преодолеть это обе. Я, в принципе, в Роблоксе неплохо так обе и преодолевал, но здесь нет. Я падаю в какую-то фиолетовую жижу. Ладно, бежим дальше. Классный у меня пиратик такой. О, кстати, что у меня мышка делает на экране? Я не понимаю. Тут, кстати, можно прыгать, короче, хвататься за соперников. Давай, расталкивайте, открывайте ворота. Все, бежим, отлично. Ух, сейчас шары. Просто надо ориентироваться по тени. Блин, мне дали по шапке. Ой-ой-ой, ух, жесть. Так, ладно, бежим. Просто надо, сейчас теперь жижа скользкая какая-то падает, но надо бежать. Я бегу, давай, бро, давай. Ну, я прошел, да, есть, следующий этап прошел. Ух, хорош, наблюдаем за нубиками какими-то. Раунд завершен, все, нубасы вылетают. Так, отлично, Fall Guys, у меня номер 5362, неплохой номер. Все, нубиков повылетало, повыбивало, прошло 43 человека. Я прошел, я победитель. Класс. Итак, начало следующего этапа. Сейчас, видимо, выберется как-то рандомно карта. Я только за беги играл, ребят. Больше ни во что не играл. Не знаю, как играть. Сейчас будем с вами вместе наблюдать. У нас опять гонка, ломая двери. Ломайте, короче, какие-то двери и бегите. Я понял. Двери, они как? Они, блин, они все ломаются или нет? Обходите ненастоящие двери и финишируйте до финиша. А, понял, то есть ненастоящие двери. Окей, понял. Так, я... Вот он я. Где я? А, вот он я, да, все, во втором ряду. Ну окей, побежали, вы прошли. 0.31 человек. 31 только может пройти. Так, а откуда вы знаете? Ой-ой-ой, я нашел хорошую дверь, отлично, неплохо. Так, откуда вы знаете, что... Какая дверь? Быстрее ломайте, бро. Блин, да, снесли. Блин, да, первым плохо бежать. Ой, блин, меня толкают, да серьезно, какого фига? Ну вы, отвалите. Ё-моё, я последний чуть ли не бегу. Не-н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 е. Уйдите нафиг. Так, да как они пихаются, я не понял. Да что ты падаешь? Беги давай, червяк. Беги, блин, банка ты консервная. Так, давай. Отлично, отлично. Я самый последний. А, ё-моё, я проиграл. Не-не-не-не-не, обгоняю, ну, басов. Давай. Ну, бро, прыгай, дай, делаю рывок. Отлично. Давай. Да нет, ну как же, ну нет, меня выбили. Ах, жесть. Пипец, только дошел до второго этапа, и все, меня сливает в унитаз. Как такое возможно? Окей, я какую-то получаю награду. Что это такое? Какие-то эмодзи или что это? Награда 85 чего-то и 43 чего-то. А, ну понял, тут типа второй левел, но мне ничего не дали. Так, ладно, идем в следующий этап.
Так, опять вертушка, опять гонка, опять преодолевать препятствия до финиша. Ну, а, нет, подожди, вертушка, это, да, я на видео еще в нее не играл, смотри, это новая карта, да. Я ее так катал, короче, не на видео. Блин, ну это пипец какая сложная карта. Сейчас увидите, ребят. Так, вы прошли. Что-то игра глючит, показывает 0-1 чего-то там. Так, вот он я, пират. Окей, отлично. Блин, вот эта вертушка, она жесткая. Она жесткая. Давай, ребят, побежали. Побежали. Так, я могу как-то пихаться или что? Ой, тихо. Тихо, это надо перепрыгивать. Отлично, я перепрыгнул. Хорош. Так, 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 так. Да, блин, нет. Меня сбило. Так, меня сбило. Я бегу, 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 бегу. Нет. У-ху-ху. Ничего себе. Да, блин, подожди, вертушка. Я самый последний, серьезно. Вот же жесть, а. Так, перепрыгиваем, 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 ебой. Отлично, так, вот тут вот сложно. Вот тут сложно, блин, как подняться? Давай, цепляйся, бро. Ну, а как зацепиться? Есть, наконец-то я зацепился. Так, теперь вот это... О, есть, я пролетел. Блин, ну я самый последний, елки-палки. Надеюсь, я все-таки преодолею. Да, есть, вертушку преодолел. Фу, хорош, 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 хорош. Бежим, бежим, бежим. Есть кто-нибудь, кто уже к финишу? Да ну, меня скинуло. Да, да как? Да. О, есть. Есть, бро. Так, побежали посерединке. Побежали. Там уже кто-то до финиша, смотри. Давай, давай. Ах, жесть. Так, меня выкинуло куда-то. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Оп, прыгай, прыгай. Есть, я до чекпоинта дошел. Отлично. Давай, давай, давай. Давай, бро. Давай, давай, давай. Ты сможешь? Ух, 25, ну-ну-ну-ну-ну, успеваем, 26. Надо в 40 зайти. Есть, я прошел. Хорош. Ух, кто-то тут нубасы бегут, но все уже. Уже все. Склизкие бои. Как играть? Бегите от надвигающей. Чего? Я не успел прочитать. Обгоните слизь и доберитесь до финиша. Вау, что-то новенькое, бро. Обгоните слизь и доберитесь до финиша. Нифига себе финиш. Ну, это, короче, тоже гонки, типа. О май гад. Ладно, побежали. Ладно, побежали. Что за слизь? Скользкая слизь какая-то. Так, не толкаемся, не толкаемся, ну, басы. О, они уже умеют, видимо, играть. Они... Так, 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 так. Давай, давай. Давай. Ну, нафига ты прыгнул? Давай, давай, давай. Есть, 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 есть. Я бегу. Ой-ой-ой, шары падают. Шары падают, убегаем. Убегаем, так, нормально. Нормально, нормально. Залазь, залазь, бро. Ну, да, отлично, я залез. Ух, залазь. Да что такое, цепляйся своими клешнями. Да какого фига я не могу залезть. Да, залезь. Я залезть не могу, бро. Я просто тупо не могу залезть. Да как это? Как это я сейчас проиграю? Что за фиговина? Так, ладно, окей, я понял, тут надо... Видимо, начинать постоянно сначала. Меня вышибли уже. Да ну, нет, ну это... Это пипец жестокость какая-то. Ой, смотри, чуваки бегут дальше. Кто-то бежит дальше, смотри. Вот этот бро нормально вообще бегает. Так, динозаврик, динозаврик. Ха-ха, упал. Блин, ну это жестко. Что за жесткая карта такая? Ух, динозаврик какой-то добежал. Молодец. Пингвиненок. Ха-ха, как угарно наблюдать за этими чуваками. Смотри, добежал, красавчик. Победил, бро, победил. Уху, и попугай здесь у нас еще есть. А, жесть, кого тут только нету, ребят, кого тут только нету. Ладно, я понял, надо выходить. Что толку, меня все равно слили, блин. Держитесь подальше от хлопочек дверей и мчитесь к финишу. Незваные гости, новая карта у нас, ребят. Ну что ж, ладно, поехали. Блин, я не понимаю, как запрыгивать на эти препятствия, а? Блин, ну это жестко. Fall Guys, ну что ж, давай начинаем, Fall Guys-ик. Так, хлопающие двери. Ага, я понял. Так, так, ну бежим посередине. Все, надо было просто прыгнуть. Ух, так, нам сюда. Нам сюда, бро, есть, я перепрыгнул. Так, 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 нам. Блин, да ну. Да, откройте дверь. Отлично, отлично, отлично. Так, 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 вот эта сейчас дверь откроется. Да, есть, я угадал. Вперед, вперед, давай, бро, вперед. Ой, жесть. Так, есть, перепрыгнул. Бежим. Давай, успеем. Да, успеваем. Залетай. Ну, есть, прошли. Так, командный хвост с пистолетом. Как используете? Используйте shift, чтобы схватить хвост. Так, что-то новое.
хватать хвосты какие-то надо. Так, используй шифт, чтобы схватить хвост. Ваша команда должно быть больше всего хвостов в конце раунда. А я в какой команде? Я в синей команде. Так, отлично. У нас должно быть больше всего хвостов. Отлично. Так, побежали. Надо искать хвосты, бро. Надо искать хвосты. Ой-ой-ой, кто там? Где там? Где хвосты? Вот! Я схватил хвост! Ну! А чё? А почему хвост не цепляется? Так, хвати... Да нет, не схватил. А где хвосты? Сколько у нас? У нас два хвоста. Да ёлки-палки, вы чё? Вы чё такие нубы? Давайте. Давайте, синие. Надо хвосты. Нам нужны хвосты. Да, ну хватай, хватай. Да ё-моё, как эти хвосты взять? Так, сколько у синих? Четыре хвостов. Два! Отобрали. Да нет, не тот, не тот, не тот. Да, красавчик. Вот этот. Да ё-моё, как хватать хвосты? Как хватать хвосты? Я не понимаю. Давай, давай, давай. Да, есть. Нет, я не схватил. Ох, надо прикасаться к друг другу или что делать? Не понимаю. О, да, есть у меня хвост, у меня хвост. Отвалите от меня, нубасы. Я наверху. Отстань, ну. Отдай хвост. Отдай хвост, у синих вообще хвостов нету. У синих хвостов нету, блин, заберите хвосты. Сколько там, 52 секунды еще. Забери у этого нуба хвоста. И хвоста ты иди сюда. А, жесть, 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 жесть. Бежим за нубом этим. Бежим за этим нубом, тут вообще стоит просто. Красный стоит вообще. Ты офигел, красный. Хватай, хватай, хватай. А, так, я не взял хвост. Блин, 6, у нас 6 хвостов, нормально, бро. Нормально, 6, у синей команды 6 хвостов. Так, иди сюда, ко мне. Ать, ах, убегает зеленый. Оп, хватай. Хватай у него хвост. Да ё-моё, дай. Да как стать? Вот жесть, о-о-о-о. Вот, хватай, хватай. Да, да, да я схватил же. Нет, не схватил. 4 хвоста у синей. 3, 2, да вы чё издеваетесь? Ну, у нас 6 хвостов было. Как вы так все слили? Вас выбили, вот, блин, нубики. Ну, я тоже нубик, я ни одного хвоста не схватил. Вот это жесть какая-то. Ебой, новый уровень, мне дали валюту. Лавры, 500 лавр. Офигенно, я даже что-то, наверное, могу купить за них. Так, а что я могу купить? Тут есть магазинчик, смотри, можем что-то прикупить. Ну, нифига себе тут ценники. Вау, еще какие-то есть легендарные, смотри. Тираннозавр легендарный. Почему легендарная? Эпическая? Ага. И 4, о-ля-ля, какая-то эпическая тоже. 4 короны стоит, у меня ни одной короны, бро, потому что я ни разу не выиграл. Ха-ха, прикольно. Так, бегите по качели, стараясь на них удержаться, чтобы добраться до финиша. Вау, что-то новенькое, бро. Ладно, поехали, еще какая-то новенькая. Какая-то, короче, это локация с препятствиями. Так, побежали. Ух, так, качели. Качели качаются, я так понимаю. О-о-о-о, бежги. Ой-о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 й, бежим, бежим, бежим. Хоп, ну, да, и зацепился, отлично. Так, ну я не первый и не второй, но зато видос крутой, правильно? Как там, как вам ты, как вы там пишете в комментариях? А куда запрыгивать? Эй, качельку верните, вы чё, как я должен перепрыгнуть? Ё-моё, ты посмотри, чё происходит? Что, качелю верните, мы не можем залезть. Что за подстава? Есть, я залез, 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 залез. Побежал, побежал. Побежал, да блин, цепляйся ты. Что ты за... Что ты за колбаса-то такая туповатая? Как залазить? Ёлки-палки, сейчас оттуда упадем просто все. Давай сюда. А, мы должны, короче, равновесие, видимо, держать. Ну тут сейчас качели. Ой-ой-ой, хорошо, давай, 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 ползи наверх. Да нет, нет, бро, давай. Давай, 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 давай. Ну, есть, я залез. Это чекпоинт, по-моему, был. Это, по-моему, был чекпоинт, бро, насколько я понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте, пацаны. Ну, поднимись. Отлично. Так-так-так-так-так, поднимаем выше. Все-все-все-все-все. Вот так, цепляйся. Да какого фига происходит? Как цепляться? Блин, что за бред? Как зацепиться? Он не цепляется вообще. Жесть, тут уже, там уже все, походу, до финиша дошли. Так, ладно, пошли сюда. О, голубь со мной голубь бежит. Голубок, ты молодец, ты красавец. Я желаю тебе добраться до финиша, но сам я не могу это сделать. Уже я не могу запрыгивать на эту фигню, на эти гребаные качели. Так, 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 давай сюда. Отлично, отлично, мне надо на оранжевую. Мне надо на оранжевую. Так, 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 качелька, не качайся.
Я, по-моему, самый последний, бро. Я, по-моему, самый последний бегу. Давай, 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 давай. Ну. Нет, еще есть тоже тут кто не может добежать. Так, нам сюда. Нам сюда. Давай, прям на середку запрыгиваем. Ой-ой-ой, желтенькая, отлично. Не-не-не-не-не, поднимайте. Делайте уровень. Оп, отлично, молодцы. Ну нет, не падай, бро, не падай. Так, хорош, мы еще продолжаем бежать. Я продолжаю бежать. Ой, как хорошо, ну. Я успею, нет, 36. Давай. Вы прошли. Ох, жесть, это было жесть. Это самая бредовая карта. Это самая тяжелая карта. Фух, блин, я хочу дойти до финала. Бро. Душевное равновесие? Перемещайтесь. Что? Перемещайтесь между вращаемся кольцами, стараясь не свалиться вниз. Ух, это еще что за фигня такая? Что, какие вращающиеся кольца? Куда не свалиться? Как, что делать-то? А, перемещаться, ага, я понял. Так, между вращаемся кольцами. И что делать? А, подожди. Ой-ой-ой, а, понял. Понял, бро, понял. Так, ну норм. Нет! Я выбыл! Да! Я не могу за этим наблюдать, бро. Я просто не могу за этим наблюдать. Это какая-то жиза. Это просто жиза. Я не понял просто, как играть в эту миссию, в этот режим. Блин. Что за трындец? Наблюдаю. Не, ну тут молодцы ребята, нормально держатся. Просто я фиг его знает. Я вообще не понял смысл игры. Как вращаешься кольца? Я думал, кольца будут исчезать каким-то образом. А они просто крутятся, смотри, между собой. Ну, угарно. Давай, живи. Болеем все за тебя. Бро, я не знаю, кто ты, но мы за тебя болеем. Прикольный такой динозаврик. А мы уточка какая-то. Ой, уточка вниз упала. Ну, раунд завершен. Блин, ну красавцы, молодцы. Все, меня сливает, блин, как всегда. Ай, бесит. Опять до второго раунда только дошел. Как же жестко тут, ребят, как же жестко. Это просто надо понимать. Это такое дурацкое управление, оно вообще какое-то лагучее, богучее. Ну такое, прикольно, на физике основано, блин, очень тяжело. Ладно, если вам понравился этот видосик, пишите в комментариях, и я сниму еще продолжение, еще будем играть, а может даже на стримчике поиграем в эту игру. С вами был Максим, всем удачи, всем пока.